Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Motorola Moto E7 Plus добавить и удалить Google аккаунт. Заходим в настройки. Далее, аккаунты. Давайте сначала удалим уже имеющийся у нас аккаунт. Нажимаем на него, нажимаем удалить аккаунт. И еще раз нажимаем удалить аккаунт. Окей. Вписываем наш пин-код. Как видите, аккаунт удалился. Теперь показываю, как его добавить. Нажимаем «Добавить аккаунт», «Google», вводим наш адрес электронной почты, нажимаем «Далее», вводим наш пароль, нажимаем «Далее», после чего нажимаем «Принимаю», нажимаем «Еще», соглашаемся со всем. И как вы видите, мы удалили и добавили тот же самый аккаунт Google. Собственно, как вы можете заметить, все это делается очень и очень просто. Никаких проблем у вас возникнуть не должно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!